Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и это рубрика Retro Games. И по вашим просьбам мы будем сегодня проходить игрушку под названием Принц Персия на приставке Sega. Игрушка довольно сложная, причем я сказал бы, даже очень сложная, на первый взгляд кажется вообще непроходимой. Вот, те, кто играл в нее, те, я думаю, меня поймут. Ну а те, кто не играл, те увидят, что она из себя представляет. Ну так, давайте начнем. Начать игру. Так, вот нам дается 60 минут на прохождение всей игры. Вот. Время, так что у нас ограничено. И для начала, чтобы продвинуться к выходу из этой темницы, нам нужно найти оружие. Потому что без оружия мы далеко не уйдем. Стражники нас с первого удара будут убивать. Ну а оружие здесь меч или сабля какая-то. Вот. Ну, потихонечку продвигаемся, преодолевая препятствия. Как бы можно сказать, не спеша, но и слишком задерживаться не стоит. О, не допрыгнул. Ладно, бог с ним. Вот сабля наша. Отлично. Теперь возвращаемся назад. Теми же темпами. О, что-то. Ну, сложность игры заключается, как по моему мнению, не знаю, для меня лично, это управление. Не знаю, мне никогда не нравилось управление в этой игре. Вот. Чересчур какое-то оно сложное. Ну и, конечно, вот это вот ограничение времени. Не знаю, для чего разработчики вообще придумали его. Ну, вообще, как бы в играх меня напрягает вот этот обратный отсчет. Лично, когда начинается обратный отсчет, начинаешь всякие дурные действия делать. Так, отлично. Прибыли на начало. Теперь идем в правую сторону. И тут нас ждет стражник. Давайте с ним. Оп, сразимся. Ох ты, засранец. Говнючок маленький. Ну, в принципе, вот он выход. Первый уровень, можно сказать, пройден. Потратили на него 2 минуты. Так, второй уровень. Сразимся со стражником. Сейчас мы тебя ушатаем.
что, не, блин, непробиваемый-то, а? Сдохни ты уже, а? Отлично. Какие-то, блин, они непробиваемые. Стражники эти. Так и ставят блок. Так. Перепрыгнет? Да, отлично. Прыгаем наверх, на самый. Здесь еще одна стража. О-о, вот так бы всех. Вот так бы было со всеми. Было бы шикарно. Так, вторую кнопку перепрыгиваем. Еще один стражник. Сколько вас тут развелось-то? Отлично. Здорово. Получилось без потерь. Так, аптечка нам не нужна. Зеленый по мини нам не нужен. Это яд. Здесь надо перепрыгнуть. И еще один очередной стражник. Ну, ё-моё. Да чтоб тебя. Отлично. Здорово. У нас все получилось. Так, а здесь у нас секретик. Давайте. Возьмем его. Здесь можно увеличить запас здоровья. Отлично, теперь у нас 4 полоски. Это не может не радовать. Можно двигаться дальше. Прыжок. Здесь прыжок. Отлично. И поднимаемся на самый верх. Сейчас нас ждет еще один. Да. Еще один стражник. По-моему, последний в этой миссии. В этом уровне. Уровней здесь, по-моему, 16, если не изменяет мне память. И все их надо пройти за 55 минут уже. Ну давай ты уже. Сколько можно-то? Отлично. Есть. И осталось открыть дверь. Оп, перепрыгнули, отлично. Оп. Есть. Отлично, уровень пройден. Третий уровень. Так, бежим вправо. Наверх. Сейчас будет такое местечко. Не очень приятное. Надо будет нажать на кнопку и бежать, сломя голову, чтобы успеть, пока ворота не закроются. Так. Перепрыгиваем здесь и назад. Все, теперь бежим. Бежим, 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 бежим. Так, так, так. И здесь. Оп! Отлично! Успели. Успели, успели. Вверх.
И тут у нас ждет новое препятствие. Тут надо угадывать момент. Отлично. Иначе нас с первого удара просто перережет. Ну, вот, собственно, кнопочка. И возвращаемся назад. Ну, как бы все равно не все так просто. Нас там ждет еще сюрприз. Так. Так. Отлично. С этим справились. А вот теперь вот и наш сюрприз. Скелет ожил. И он, короче, его не убить. Так просто. Его надо сбросить. Ох ты засранец. Ну подходи давай. Отлично. Так, но это еще не все. Он еще живой. Сейчас надо будет его добивать. Получай, получай. И еще раз. И... Ах ты засранец, а? Да ё-моё. Получи. Все, теперь вот уровень пройден. Время у нас все истекает и истекает. Так, давайте дальше. Здесь у нас пока что спокойно все. Двигаемся, соберем сейчас секретик. Еще на одну ячейку побольше сделаем свое здоровье. Так, ожидаем. Прыжок. Отлично. Есть. Теперь у нас 5 полосочек. Прыжок. Так, ну теперь двигаемся к выходу. Тоже сейчас придется попотеть немножко вот в этом месте. Тут надо так вот перепрыгнуть, оп, и сразу мочить его, сразу, иначе он нас бросит просто тупо. Не давать ему тупо подойти. Ну-ка, ну-ка, мочи его. Есть. Отлично. Теперь можем пробежаться спокойненько. Так. Так, ну здесь тоже та же, в принципе, система. Оп. И мочим. Мочим. Во-во-во-во-во. Тихо. Надо как-то на него напасть, немножко вперед продвинуться, иначе он нас столкнет. А, ну все, ладно, и так сойдет. Так, поднимаемся наверх. Так, здесь шипы. Еще один стражник. Давайте-ка с ним. И у него уже, кстати, смотрите, уже 4 полоски жизни. Ну что ты? Отлично. Давай еще разок. Ну ё-моё.
засранец. Вот так вот близко к нему подходишь, он начинает тебя мочить. Да что ты будешь делать-то? Выдашь, ты сдохнешь. О, отлично. Так, ладно, можно не брать уже. Больше, по-моему, стражи не будет. Здесь остается нам сейчас перепрыгнуть эти лезвия. Отлично. Прыжок. Отлично. Ну, собственно, можно сказать, мы уровень прошли. Все, отлично. Во-во-во. Так. Здесь нам надо сделать небольшой крюк. То бишь, кружок такой небольшой. Обходной. Давайте с этим справимся, чувачком. Воу-воу. Прекращай давай. Вот эти вот. Отлично. Текс. Бежим прямо. Тут нужно перепрыгнуть. Отлично, вниз. Стражник, его тоже можно сбросить, как бы, ну, можно и убить, в принципе, у нас получилось убить, можно было просто сбросить его, чтобы он нажал на кнопку, тогда мы перепрыгнули и спокойно прошли. Так, еще один, и у них, смотрите, сейчас у всех по 5 ячеек хпшки. Отлично. Так, еще один. О-о-о-о. Слишком близко к нему подошли. Ну, еще пару раз. Воу. Отлично. Нужно перепрыгнуть. И отлично, уровень пройден. Ну что, этот уровень у нас сложноватый такой. Значительно сложный. Нужно быть и аккуратным, и быстрым, можно сказать так. Так, мочим. Отлично. Есть. Пока без потерь. Здорово. Собственно, вот она дверь, которая выход. Но чтобы ее открыть, нам нужно сделать такой небольшой круг. Так, отлично. И здесь прыжок. Оп, здорово. Так, еще один страж.
Есть. Отлично. Движемся дальше. Здесь еще будет такой секретик. Нам прибавит время. А зачем ты ее выпил? Ну ладно, выпил так выпил. Так, здесь аккуратненько. И резко наверх. Так, прыжок. Ну, о, отлично. Ну вот, собственно, секретик этот. Выпиваем, и нам прибавляют время. Здорово. 51 минута. Так. Здесь можно сократить. Отлично. Здесь тоже сократим. Спустимся вниз. Бежим сюда. Так, и теперь нам надо быстро. Быстро. Оп. Оп. И оп. Есть. Уровень пройден. Итак, этот уровень у нас, если сделать все правильно, то можно пройти без затруднения. В принципе. Для этого нужно взять кое-какой секретик. Сейчас я вам покажу. Так, для начала поднимаемся наверх. Так. Открываем дверь. Спускаемся вниз обратно. Спускаемся вот сюда. Так. Оп. И выпиваем зелье, которое находится в этой, в этом кувшине. Отлично, время остановилось. Теперь бежим наверх. Давай. И все, нам теперь надо успеть пробежать все ловушки. Для этого можно делать вот так прыжками. Это сократит время. Так, отлично, наверх. Надеюсь, успеем. Бежим. Так, бежим. Здесь. Оп, отлично. Бежим. Отлично. Оп, отлично. И все. Подождем, пока очнется охранник. Сейчас его загасим. Но
О, отлично. Согласитесь, пришлось бы попариться, если бы не эта штука. Так, отлично. Еще разок тебе. Оп, здорово. Так, уровень пройден. Так, ну этот уровень у нас коротенький. Вот дальше будет жесть. Давайте его пройдем. Потихонечку так. Так. Отлично. Если у нас толстяк. Ну давай, толстяк, я тебя сейчас зарежу. Ух ты! Да чтоб тебе! Какой-то непробивной толстяк. Во, во. Блин, еще бы так пару раз чикнуть его, и будет отлично. О, давай еще разок. Ну-ка, если напасть. Есть, с толстяком разобрались. Так. О, да. Забыл уронить плитку. Так. Здесь перепрыгиваем. И здесь. Оп. Оп. Так, этот уровень у нас сложный. Надо быть аккуратным. Снова попали в темницу. Так, стражник. Ох ты, засранец. Ну-ка, иди сюда. Сейчас мы тебя уничтожим. Надо, оп, перепрыгнуть, чтобы не упала плитка. А здесь мы плитку разбиваем и в сторону. Так. Лезвие. Отлично. Ну что, снова сражение. Давай, защищайся. Отлично. О, можно восполнить. ХБшку себе восполнили. Двигаемся дальше. Здесь надо вот так перепрыгнуть. Ну и здесь можно пойти либо по этому пути, либо по нижнему. Мы пойдем по нижнему, он более такой безопаснее. Вот. Здесь мы вот так вот перепрыгиваем. Отлично.
Здесь аккуратненько проходим штыки. Эти можно перепрыгнуть, в принципе. Так, поднимаемся наверх. И еще один стражник. Ну что, защищайся. Сейчас мы тебя покрошим на окрошку. Так. Отлично. Так, здесь у нас лезвие. Одну мы перепрыгиваем вот с такого расстояния, чтобы рассчитать. Оп. Вторую так можно перепрыгнуть. Так, и здесь надо аккуратненько, чтобы не нажать на кнопку. Оп, иначе ворота закроются. Так, выпиваем зелье. Оп, какое-то волшебное зелье такое выпили. И уровень пройден. Какая-то мышь уже здесь появилась. Вот это жесть, друзья. Это, наверное, один из самых сложных уровней, по моему мнению. Я их отношу к этому разряду. Один из самых сложных. Здесь надо делать все четко, быстро и аккуратно. Я вообще, когда первый раз вообще играл в эту игру, я думал, вообще нереально пройти. Мои мысли даже были о том, что, не знаю, там, разработчики, интересно, сами прошли эту игру или нет, или хотя бы вот этот уровень. Он, конечно, жестокий, просто реально жестокий. Так. Тут надо выпить. И нам прибавят время. Так, спускаемся вниз. Перепрыгиваем лезвие. Отлично. Штуки. Немножко в припрыжку пройдем. Штуки. Здесь тоже в припрыжку. Еще штуки. Так. И у нас стража на пути. Еще разок. Не понял. Или мне показалось, я думал, еще разок. О, так. Перепрыгиваем штыки здесь. Так, отлично. Здесь надо так рассчитать, чтобы... Оп! Отлично. Жесть, конечно, жесть. Но нападай. Попробовать скинуть его. Но я думаю, мы его зарежем.
Так, вот здесь надо быстро, пока двери не закрылись. Отлично. Так, и дальше. Оп. Есть. Здесь надо перепрыгнуть тоже. Рассчитать так, чтобы... Оп, отлично. Ай. Вот это поганое место, я вообще его ненавидел, просто ненавидел. Давай, давай. Ах ты ж. Засранец-то. Ну сколько можно-то? Пробивайся давай. Не пробивной ты наш. Ай, ай. Блин. Он сейчас зарежет нас. Это будет печально. Ну-ка, 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 ну-ка. Блин, опасно, опасно. Да сдохни ты уже, сдохни. Дай мне тебя зарезать. Ну, пожалуйста. Эта война будет длиться вечно, блин. Есть. Фу. Блин, у нас в жизни вообще нихт. Так, прыжок. Отлично. И обратно. Прыжок. Отлично. Здесь тоже надо так вот аккуратненько. Оп. Оп, отлично. Двое лезвий, надо поближе подойти. И вот так, оп. Возвращаемся аккуратненько. Так. Оп, есть. Теперь главное не затупить. И здесь мы ждем. Ждем мышку. Мышонок, спасибо тебе за все. Так. Оп. И уровень пройден. Продолжаем жесткие уровни. Этот уровень у нас еще хлеще, чем предыдущий. Так. Оп. Отлично. Перепрыгнули. Здесь будет вообще огонь просто. Я не знаю, для кого эти уровни делаются. Действительно, для хардкорных игроков просто. Так. Стражник. Ну-ка, нападай. Отлично, еще раз. Еще, еще. Фу. Мы с этим расправились. И расправились довольно так хорошо, без потерь. Поднимаемся наверх. Здесь у нас запарное местечко одно. Оп. Так. Сейчас я тебя попробую просто тупо скинуть. Хотя можно и зарезать. Ах ты засранец, а. Ну все-таки так, теперь назад, бегом.
Бегом, 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 бегом. Так. Оп. Фу. Это было жесть, сейчас. Повезло. Так, но это еще не все. Это еще только начало. Блин. Надо ж так. Ну теперь придется. Только потеряем время. Придется возвращаться. Главное не накосячить. Блин, надо ж так, а? Так, восполним свое здоровье. Радует то, что в этом уровне есть еще секретик. Можно восполнить будет на одну ячейку еще. Ну, не восполнить, а увеличить на одну ячейку свое ХП. Так, возвращаемся. Бегом, 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 бегом. Так. Прыжок. Отлично получилось. Еще разок повторили. Так. Наверх. Причем уровни такие стали уже не коротенькие, а довольно-таки длинные. Так. Еще один у нас тут. Страж. Давай-ка я тебя сейчас покромсаю. Ну, нападай. Раз, есть контакт. Ну, что ты будешь делать? Давай, нападай. Есть. Есть. Еще пару раз. О-о-о. Этого не было в сценарии. Так. Есть. Так, 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 так. Надо вспомнить, куда нам. Нам надо. Оп. Сюда. Наверх. Так, здесь. А, не допрыгнул, да ну нафиг, а? Блин, вот это жесть. Так, надо аккуратно возвращаемся. Блин, столько времени потеряли уже. Второй круг делаем. Так. Отлично. Нельзя было сразу так. Так, 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 так. А, ну как раз мы подошли, можно сказать, к секретику. Экс. Ну что-то. Надо вот так. Так. Отлично. Теперь у нас 6. Так, аккуратненько. Спускаемся. Ниже. Еще ниже. И еще ниже. Здесь тоже сейчас попарится немножко. Так, еще ближе. Так. Так. Бегом, бегом, бегом. Отлично.
Так, наверх. Ну почти уже, почти. Еще стражник. Ну-ка, иди сюда, ниндзя. Я пущу на фарш. Отлично. Этот ушел на котлеты. Так. И, собственно, уровень пройден. Продолжаем. Безумие. Так. Этот уровень тоже немного замудренный. Он полегче, чем предыдущий. Но он такой замудренный, можно запутаться в нем. Так как надо будет делать. Ой-ё! Ну давай, вставай! Нужно будет делать много раз одно и то же. Блин, упали, это нехорошо. Не к добру это. Начало уровня уже комом пошло. Так. Вот здесь вот надо будет. Так, давайте выпьем. Здесь надо будет. Оп. Прыгать сейчас туда-сюда. И можно запутаться немножко с этими кнопками. Так, в принципе, это ничего сложного. Как бы. Если посудить. Так, стражник. Давай. О, отлично. Со стражей разобрались. Так, пробежали мимо. Наверх. Еще наверх. И вниз. Так. Еще одна стража. Давай, давай, давай. Режь этого подлюку. Есть. И возвращаемся назад. Делать все то же самое, что мы делали в самом начале. Так. Ну, можно было не пить, но он у меня взял и выпил. Ненасытный. Ну, плюс в этом уровне еще мы прибавим себе времечко. Как бы увеличим еще на несколько минут. Так. Ай! Ай-яй-яй! Вот этого не надо было делать. Надо перепрыгивать там кнопку. Оп! Отлично. Давай, 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 давай. Так, здесь нужно будет активировать ворота. Оп. Опасно так прыгнул, конечно.
Так, а теперь, пока они не закрылись, надо... Оп! Быстрей, 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 быстрей! Давай, 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 давай! Есть, успели. И снова бегаем по этим кнопочкам. Так. Но пока все гладко прошло. Это только пока. Все самое вкусное еще впереди. Так, поднимаемся на сюда наверх. Вот одно первое из мест таких запарных. Оп. Давай, 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 быстрей. Надо успеть, пока пока это не закрылась решетка. Иначе здесь останемся навечно. Есть. И увеличиваем время. Так. Первое запарное место мы прошли. Теперь впереди еще одно у нас. Так, спускаемся вниз. Здесь перепрыгиваем. Оп! Отлично. И вот с этими штыками сейчас немножко попариться придется. Тоже надо на время успеть, пока ворота не закроются. Так, наверх. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Есть. Мы это сделали. Ну, выпиваем эликсир. Так, начинается землетрясение у нас здесь. И уровень пройден. Итак, продолжаем. Здесь у нас уровень не такой уж длинный, сложный. Так. Стражника сейчас. Давай, нападай. Еще разок. Отлично. Главное здесь все правильно сделать. И можно будет быстро пройти уровень. Так, здесь нам придется потратить одну жизнь. Так, стопэ. Оп. Перепрыгиваем. Так, отлично. А, зачем? Можно было с ним не сражаться. Ну ладно, придется. Воу-воу. Ну давай, бей ты, чё ты встал-то как? Так.
восполним жизни. Экс. Еще один стражник. У нас, по-моему, на пути вот этот стражник, и еще будет у главных ворот. Самый такой-то охранник ворот. Так, давай еще разок. Есть. Так, а здесь у нас такое вот местечко. Оп. И вот она, где кнопка спряталась. Отлично, открыли ворота. Осталось только убрать стражу. Ну, иди сюда. Жизни-то у него целая куча была. Какой-то он такой резвый нападает постоянно. Давай, топ, есть. Все, уровень пройден. Итак, этот уровень тоже, в принципе, не такой, не такой сложный, не такой длинный. Вот. Для начала возьмем секретик. Себе хп. Отлично. Так, бежим, бежим, бежим. Стопы. Останавливаемся, чтобы на шипы не упасть. И стража. Ну, давай, нападай. О, как. О, отлично. Четверочку так сразу прописал ему. О. Еще разок. Есть. Так, здесь надо с разгончика. Оп, отлично. Еще один стражник. Давай-ка также четверочку тебе прописать. Ну, нападай. Этот более такой натренированный. Есть. Есть. Ну давай, давай. Сколько можно? Еще разок. Ну. Есть. Собственно, все, почти прошли этот уровень, почти. Оп.
переходим к самым сложным уровням, так как мы подходим к концу игры уже. Изначально вообще мне казалось, что эти уровни просто, ну, по крайней мере, вот этот, вообще непроходимый. Раньше мне казалось, но это только на первый взгляд. Если делать все аккуратно, спокойно, потихонечку, то все можно спокойно пройти. Ну и так мы и будем делать. Времени у нас, я думаю, достаточно. Так, здесь спускаемся аккуратно, потому что там шипы. Так, стражник. Давайте с ним разберемся. Не знаю, как это получится, по-быстрому или не по-быстрому. Ну давай. Есть. Даже жизнь мы не потеряли. Здесь перепрыгиваем. Отлично, наверх. Так, это запарное местечко такое. Оп. Давай, давай. Так. Немножко в сторону, чтобы нас плитой не накрыло. То в этой игре все возможно. Оп. И отлично. Так, еще один стражник. Ну, нападай. Стоит, думает. Еще разок. Есть. Так. Пока все гладенько. Все отлично и все гладенько. Оп. Здесь аккуратненько. Вниз. Так, вот здесь запарное местечко. Прыжок раз, прыжок два. Есть. Так, ну это еще не все. Отлично. Блин, я уже подумал, что он не зацепится. Все аккуратненько. Шаг за шагом. Так. Воу-воу-воу, что это? Блин. Ладно, еще разок. Времени, правда, потеряли. Так, вниз. Оп, отлично. Стражник. С ним надо аккуратно. Ай! Дай бог, ты меня сейчас скинешь, а? Давай, давай, пробивайся. Ну, есть. А, так, надо вниз. Я и забыл. Блин, времени потратили немножко.
впустую. Так. Давайте выпьем. Яд трогать не будем. Еще один стражник. Ну давай. Вот больше времени тратишь на сражения вот на эти со стражей. Есть. Так. Здесь нам надо наверх. Перепрыгнули кнопку. Оп. Бегом, 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 бегом. Отлично. Так, лезвие перепрыгиваем. Так, ну давай, запрыгивай, что ты? Стоишь, долбишься об стену. И... отлично. Так. О, нифига так его перескочил просто. Получи. Так, 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 так. Резвый, резвый. Ай. Ай-яй-яй. Еще разок. Есть. Топ, блин. Резвый такой попался тут. Оп. Так. Есть. Отлично, уровень пройден. Ну что, друзья, переходим к самой жести, к финальному уровню. Это просто полный атас. Наверное, этот финальный уровень, он просто зашкаливает по сложности, по уровню сложности. Наверное, самая большая часть разбитых джойстиков была именно на этом уровне. Те, кто играл, я думаю, согласятся со мной. Ну а те, кто не играл, те сейчас убедятся в этом. Это просто полная жесть. У меня на то время были просто одни эмоции. Я даже не знал вообще, возможно ли вообще его пройти. Кто вообще придумал эту игру? И у меня мысли были. Так. Оп. Ну, он даже перепрыгнул. Раньше я цеплялся. И, кстати, в этом же уровне мы сразимся с Джафаром, покажем ему, где раки зимуют, чтобы больше не крал принцесс и не строил свои темные делишки во время отъезда султана. Так. В сторону. Отлично. Ну и, собственно, у нас времени хватает. Так, здесь
до конца не добегаем. Последняя плитка, она отваливается. Я раньше постоянно на ней падал. Так, наш двойник. Опускаем оружие, соединяемся с ним. Оп. Ай-яй-яй. Блин. Это я не задумывал. Этого сценария не было. Так. Здесь у нас... Ай-яй-яй. Бегом-бегом. Фу. Я уж думал, все. Остановился, блин. Так. Так. Отлично. Вот, собственно, дверь-то, куда нам надо. Выход. Но для начала нужно сразиться с Джафаром. Ну давай, говнючок. Сейчас мы покажем, кто из нас лучший. Остаться должен только один. И это будет... Донкан Маклауд. Так, получи. Ну-ка. Как тебе такой расклад? Как тебе? Ай! Есть. Отлично. Фу. Еще бы чуть-чуть и упали бы. Ну, отлично, уровень пройден. Ну и все, теперь осталось бежать и спасать принцессу. Так, нажимаем тут всякие кнопки. Отлично. Просто бежим по прямой. И вот она, принцесса. Наконец-то мы добрались до нее. Тиран Джафар убит. Вся Персия восхваляла принцессу и отважного юнца, спасшего их. Незнакомцы отныне стали называть принц Персия. Ну что, дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Игрушка очень сложная, просто нет слов, но по вашим просьбам я все-таки решился и прошел ее. Ну что, я со всеми прощаюсь, до новых встреч, увидимся в следующих выпусках, в следующих прохождениях. Всем пока-пока!